Режим злобы был добавлен в Calamity Mode во время обновления 1.5 и надел много шума в комьюнити. Он делал многих боссов по типу Providence настолько сложными, что даже опытным игрокам приходилось тратить на них по 50-100 попыток. Судя по всему, недовольных этим режимом почти не было, ведь он служил неким челленджем для особо искушенных игроков. Но разработчики по некой непонятной причине решили полностью выпилить его из игры в следующем обновлении, и это лютый кринж. FabZol, главный разработчик мода, объяснил это тем, что им якобы будет сложно делать сразу по 5 ИИ для следующих боссов, то есть только для Ерима. Да и вообще Мелис мод какой-то посредственный, ненужный. Короче, уходит эпоха, и в моде больше выпиливают, чем добавляют. И надеюсь, эта эпопея с «мне кажется, что это не нужно, удаляем» пройдет у них до того, как будет выкашен весь мод целиком. Но все же для хардкора у нас остался Inferno мод, поэтому не все потеряно.